Здравствуйте, я Зундылама. Гороскоп Зурхай на телеканале РТВ на 2020 год. Год металлической мыши. Быку, году быка будет не просто в этом году. Нужно будет мобилизовать все свои ресурсы. Это поможет им пройти этот год. Хорошо. Людям года быка не нужно будет гоняться за сомнительной прибылью, так как крысы этого не любят. Ну и в среднем, там, в основном опять зависит от человека, как будет работать сам, на его образ жизни, положение. 73-й. Это вот среднее население. Вот им нужно будет работать. То есть на авантюрист, там, на такие авантюрные предложения или еще что-то сомнительное не вестись. То есть, да, в этом году желательно стабильности. Необходимо хорошей мотивации, чтобы кто-то, как бы сказать, пенделя давал. Но мотивация – это что? Ставить цели и задачи. Необходимо вообще начать с чего-то действовать. То есть это также может посоветовать лама-астролог. Придете, он скажет, с чего начать именно. Если не знает человек, со что схватиться, с чего начать, как это делать, как собраться. То есть там подскажет поэтапно, по пути, как, в какой период начать, какой хороший период, какой плохой, где будет больше жизненной энергии, благоволить, удачи или где нет.